Привет, друзья, с вами снова проект «Первый видеоавторынок», меня зовут Ян Симаков. У нас в продаже очень много машин, и в основном эти автомобили от 2005 года и младше. Но иногда у нас появляются машины, которые постарше этих годов. Вот как, например, сегодня к нам пришла машина. У нас есть клиент, который купил себе автомобиль Hyundai Tucson и поставил свой старый автомобиль к нам продаваться. Вот на этой машине он ездил 3 года, в 2001 году этот автомобиль завезли в Россию. Вот, и по сути у него был только один хозяин, ПТС-ка у нее оригинальная. Чем эта машина интересна? На самом деле, как бы не сказать, что она суперски выглядит, не блестит, не светится, да, но тем не менее, автомобиль интересен тем, что это, по сути, полноценный паркетник, вот, большая машина с огромным дорожным просветом. Вот. Мотор здесь бензиновый установлен, 2,4 литра, и привод передний. Ну, конечно, кто-то может сказать, что как бы вот такая машина, передний привод, да, но на самом деле эти автомобили очень хорошо продаются на вторичном рынке, несмотря на то, что они переднеприводные. По сути, многие из вас не выезжают за город практически никогда. Вот. А для города практически всегда достаточно только высокого клиренса. Например, зимой, да, бровка, то есть трактор нагреб снега, и вы не можете просто заехать на парковку, да, просто большая горочка снега. Сходу вы можете преодолеть эту горку легко на переднем приводе, вам не хватает только дорожного просвета. Такая машина будет для вас идеальным вариантом. Тем более по цене это очень привлекательная машина. Попозже я скажу, сколько она стоит. Вот, в общем, Hyundai Santa Fe 2001 года, 2,4, передний привод. Большой, нормальный такой городской паркетник. Вот. Состояние у него очень приличное. Хозяин за машиной следил. Вот. Автомобиль мы даже еще не успели помыть, она вот только-только встала. Если ее сполоснуть хорошенько, она будет вообще классно выглядеть. У нее очень-очень хороший салон. То есть человек, ну, еще раз скажу, видно, что ухаживал за ней. Вот, например, посмотрите, салон здесь тканевый. Вот. И ткань просто в замечательном состоянии. Вот, видите. Хотя машине в данный момент уже 13 лет. Спереди все то же самое. Автомобиль спереди, значит, у него стоят конкретно прям зимние покрышки, а сзади всесезонка. И в багажнике лежит еще две покрышки. Тоже вот такие вот летние. Багажник большой. Вот. По сути, что вот еще нужно, да? Вы получаете большой автомобиль с большим дорожным просветом, которого всегда не хватает в городе. Вот. Получаете бензиновый мотор, автоматическую коробку передач. Вот и все. Вот. В общем, салончик хороший. Ну, снаружи, конечно, ее сполоснуть нужно. Может быть, стоит покрыть каким-то специальным материалом, чтобы она блестела и светилась, да, и все. Значит, машина на литье, у нее есть пороги. Задний полукруг тонирован. Значит, рейлинги на крыше. По салону электропакет здесь полный. Зеркала наружные на электроприводе, стекла на электроприводе, водительское сиденье с регулировкой, подушки безопасности, конечно же, есть. Установлена магнитола здесь, кондиционер, все это есть. Вот, по сути, что еще нужно, да? Круиз-контроль даже вот есть, я смотрю. Так что машина нормальная, и за такие деньги, за которые она продается, это очень привлекательное предложение на рынке. Вот, в общем, Hyundai Santa Fe 2001 года в автосалоне RDM Import TR продается. Скажу все-таки, что это исключение из правил, потому что у нас машины обычно свежих годов, вот, например, как эти. Вот, но, тем не менее, эта машинка есть у нас. Я уверен, что она очень быстро продастся. Почему? Потому что цена ее всего лишь 310 тысяч рублей. Насколько я знаю, стоимость таких машин начинается там порядка 330-340, да, и то это самые дешевые варианты, которые обычно самые плохие по качеству. Здесь машина, не сказать, конечно, что идеальная, да, но у нее, в принципе, состояние очень хорошее. Человек за машиной следил. Вот. Салон у нее вообще прям на четверку твердую. Вот.
И с такой ценой она уйдет очень-очень быстро. Поэтому просто прикиньте для себя, получаете большой дорожный просвет, получаете серьезную уже машину большую, да, с большим салоном, с просторным багажником, с полным электропакетом. В машине, в принципе, все есть. Вот. Что еще нужно? Так что приезжайте, пока эту машину не купили. Возможно, вы успеете стать ее обладателем. Hyundai Santa Fe 2001 год, 2.4 мотор, передний привод, автоматическая коробка передач. Эта машина вас ждет в нашем автосалоне. Объявление о продаже вы найдете на нашем сайте официальном. Он называется vam1.ru. Подписывайтесь на наш видеоканал «Первый видеоавторынок» и подписывайтесь на нас в Instagram. На этом все. Спасибо за внимание и всем пока!